84-й год. Значит, так, это есть отличный анекдот, когда, значит... Играй! Юноша из глубинки, из деревни. Мальчик. Любит играть на бонгах. Нет, приехал в город. И стал великим оперным певцом. Ну и там по прошествии 20 лет вернулся такой дородный. Ну, решил родину навести, там уже все там, как у нас, вот камеры там все там. Подходит к отчему дому. Такая старушка, мать такая в платочке стоит. Ой, сыночек приехал. Он такой, здравствуй, мать. Ой, здравствуй, сыночек. Как отец. Тетя, папа там 5 лет как умер. Папа, не так. Папа, не вот так хорошо. Папа умер. Вот так хорошо.